Сегодня на губернаторском совете специалисты обсудили проблемы дошкольного образования в крае. Одна из главных – это нехватка мест в детских садах. В крае в очереди стоит более 33 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет. Сейчас ведется строительство 19 новых учреждений. Однако губернатор призвал специалистов активизировать все резервы и вернуть те здания, которые раньше были предусмотрены под сады, но по каким-то причинам их предназначение изменили. Примеры венки приведу. Байкит. Приезжаю, мне руководители докладывают, нужно строить детский сад. Большая очередь, но при этом, когда мы внимательно посмотрели, как используются социальные объекты, в том числе те, которые изначально были предусмотрены под это, оказалось, что резервов непочатый край. И вопрос стоит не о том, что нужно построить, а просто-напросто нужно эти площади использовать по назначению.